Ну что ж, ladies and gentlemen, our next fight of the night is scheduled for 3 5-minute rounds in the welterweight division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He stands 175 centimeters tall. His official weight, 77.95 kilos. His veteran's record stands at 28 victories opposite 16 defeats. Fighting out of Menifee, California, USA, here is Fernando, the Menifee Maniac, Gonzalez. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He stands 180 centimeters tall. His official weight, 77.45 kilos. His pro record stands at 15 victories opposite 4 defeats with 1 draw. Fighting out of Sao Paulo, Brazil, here is Elias Zushu Silverio. And our referee in charge of the action, Greg Clemens. Пожалуй, настоящая зрелость организации, промоушенов показывается именно такими боями, когда не просто бьются условно наши против не наших, да, а поистину сейчас вот настолько международный бой, и никто из них, например, не поляк, не россиянин, даже не представитель Европы. Все-таки это организация, ACA, организация, которая давно уже шагнула за вот это региональное мышление. Сегодня это одна из лучших организаций в мире, по факту уже объективно. Дальше больше. Вот мы наконец видим первую атаку. И сразу хайкик в исполнении Сильверио. Ну и сразу вот еще один. Сходу решил проверить защиту Гонсалеса. Сильверио повыше ростом. Наверняка будут часто пытаться проверять защиту оппонента хайкиками. Да, Сильверио чувствует себя очень расслабленно, чувствуется, что для него драка — это естественное состояние. Ну, такая, собственно, других, наверное, бойцов не очень много у нас сегодня здесь. Все-таки профессионалы уже здесь все, и даже если кто-то изначально занимался этим спортом не только лишь из любви к искусству, сейчас уже у каждого за плечами по 10, 15, 20 лет этого спорта. И это нормальная часть жизни, привычная и понятная. Отрабатывает фронткиками, между тем, Сильверио по корпусу. День фронткиков сегодня у нас с вами. Это показывает. Кстати, этого удара не было еще года 3 назад практически. В широком таком смысле, кроме отдельных мастеров. Шагают вперед единоборство, постоянно усложняется, постоянно всплывают какие-то новые, старые. Хотя, казалось бы, да, что можно придумать нового, когда все уже придумано. Придумать, может быть, нет, а вот вспомнить что-нибудь старое на очередном круге вновь сделать актуальным. Это регулярно. Пока что поединок продолжается в стойке на дальней дистанции, которая, безусловно, более выгодна Сильверио. Удар с разворота. Ваши. Некоторые говорят, вертушка в голову. Именно такая круговая. Большинство спортсменов все-таки предпочитают более короткий ее вариант. А здесь удар. Здорово. Пускай блок, попал справа Сильверио и тоже попытался сделать перевод. И чуть был не попал гильотин. Не попал. В любом случае интересно. Да. Многообещающий, я бы сказал. Ну да. Причем мы видим, что Гонсалес работает в правосторонней стойке, заканчивает типа с вертушками. И очень часто люди, которые противостоят там левосторонней, бьют с разворота как раз в печень сразу, да, потому что печень ближе. И может получиться хорошо. Ну и печень редко прикрывают, да, она обычно открыта. Ну и в отличие от той же, например, селезенки, ее довольно много. Попадать в нее несколько проще. Здорово встречает оппонента, очень плотно. На месте Фернандо, возможно, стоило бы попробовать еще раз подготовить левый хайкик, потому что опускается вперед его оппонента. Тоже мы уже в одном бою сегодня видели, что это было чревато. Но есть особенности техники того человека. Так он чувствует себя комфортно и, прямо скажем, Сильверио сейчас эффективно.
такое некое подобие кикбоксинга в клетке, мы с вами наблюдаем. Очень длинная траектория у Тараса разворота. Исполнение Сильверио. Ну да, таким хлыстом уже долетает французский удар. И он заметен, поэтому. Да, все верно. Поэтому ни разу он еще не попал. Оттолкнулся вот сейчас... от сетки красиво Сильверио, пробил Супермен Панч. Ну да, или в простонародье стрелка. Хорошо заходящий прием. Почти все удары сейчас заходят в блок. Ну, вся навыка. Чего тут еще хотели? 45 секунд между тем до конца первого раунда. Так незаметно он прошел, потому что довольно активно работали спортсмены. И опять хайкик. Ну, здорово, футбольный такой хайкик. И футбольный хайкик. С разбега, можно сказать. Плохо по туловищу Гонсалес. Чувствуется вот это сейчас попадание в блок. Часто, когда мы вот так вот попадаем ногами в блок, и желание пропадает. Бить по туловищу, да. А это бывает довольно часто. Еще один перевод. И мне кажется, здесь уже контролю будет больше внимания. Очень важный перевод для Сильверио с точки зрения победы в этом раунде. Который, кстати, вполне может... Кстати, той капли, которая поможет переполнить чашу. Чем бойцы дерутся активно, как раз будет довольно много ударов, правда, КПД этих ударов пока не так высок, как бы нам всем хотелось. Но лихами до начала. Ну, тут в зависимости от того, конечно, что кому хотелось. Вот, в основном нам пока, наверное, да. Красивого поединка. В общем-то, есть ощущение, что Радмин должен нам его подарить. Смотрим, наслаждаемся. Второй раунд. Ветеран Беллатор, Страйкфорс и многие другие Гонсалес, кажется, возможно, не очень атлетичным, но чувствуется, что более чем подготовлен к этому бою, совершенно не уставший, чувствует себя хорошо. Ну, по поводу атлетизма мы еще поговорим в сегодняшнем главном событии. Ну да, и все-таки это сильный, не самый решающий фактор у нас единоборства. Тем более в тяжелом весе. То, что оба соперника здесь дышат, и там наш ударов у них обоих хороший, это лучший показатель. Отлично. Готово. Хорошее колено было до перевода. Все-таки сказывается, что Сильверио, так как бы это сказать, несколько порасслабленнее себя чувствует. Может ли здесь быть гильотина? Наверное, нет. Все-таки спустился захват, но тем не менее ушел. В том числе и благодаря этой угрозе. Ушел в положение снизу. Обменялись мультиками. Попал. Есть, кстати, хорошее попадание, интересное. Сильнейший левый удар. Еще один перевод. Вот интересный вот этот удар снизу. Мы, кстати, видели и нокауты относительно недавно, ну, после, да, таких ударов. Ну, насчет недавно, это вы лучше меня скажете. А мне первое, что в голову пришло, это нокаут, который сделал Герой Кусаси в бою с аллигатором Жакаре Соло. Здесь, однако, нокаута мы не увидели. Такого точного массивного попадания не было. Но есть доминирующая позиция у Сильвери. Смотрим, насколько он ее развил. Пока что активных действий не так много. Хорошо вяжет соперника Гонсалес. Очень интересное такое действие. Удары снизу пятками по задней стороне бедра. Некоторые по почкам даже пытаются попадать. Вот когда я в первый раз увидел это действие, оно мне показалось очень удивительным. Сейчас это уже норма.
Да, причем я его впервые увидел еще на самых ранних стадиях UFC, когда вот работали как раз находясь на спине вот таким образом. Да, кстати, как раз, по-моему, представители бразильского джиу-джитсу. Кто-то так точно говорил. По туловищу пробивает Сильверио. Ну, кстати, не видно попыток от него развивать ситуацию. Видимо, здесь он тоже решил, что контроль важнее. Однако, кто знает, возможно, он сейчас набирается сил. И каким-то все-таки взрывом будет развитие этой ситуации. Есть рассечение, по-моему, да? Ну, откуда-то пошла кровь. Может быть, рассечение, может быть просто губу, например, разбил, да. Это, в принципе, не так страшно. Страшны в основном сечки в районе глаза, на брови, особенно те, которые идут горизонтально. Многие остальные можно, в принципе, не брать в расчет. Пытался подняться на ноги Сильверио, не позволил ему этого сделать Гонсалес. Продолжается работа в таком же ключе, что и раньше. Вот, кстати, вот, да, как раз только хотел сказать, что обычно, когда вот так ставят в партере руку на лицо, да, обычно следует за этим удар локтем, что, в общем-то, Сильверио и сделал. Ну, да, и действительно очень много есть материала рабочего по поводу убивания в этом положении, снимания рук соперника, контроля его головы и прочее. Эти технические действия увлекательные, рассказать довольно трудно, но вот их лучше показывать. В данном случае их показывает нам Сильверио, который, по-моему, забирает безоговорочно второй раунд, да, в свою пользу. Абсолютно точно. Ну и без особенных взрывов все-таки настроились, видимо, больше на работу спортсмены, чем на драку. И, может быть, несколько скучнее сейчас проходит поединок. Поверьте мне, сейчас их дофига. Насколько это все красиво смотрится, они думают о победе. Мне довольно просто себе с ними соотносить, поэтому некоторая красочная составляющая меня сейчас не так сильно беспокоит. Так и многие со мной не согласятся, я их тоже поделаю. Все, берите своих Третий раунд боя ветеранов, боя зрелых мастеров. Такой тоже немножко затяжной удар. Да, попытался потом в не менее затяжном ударе Гонсалес достать. Ну и не вышло. И еще один удар с разворота, но здесь как-то уже начал назад заваливаться Сильверио, поэтому он просто обречен на неудачу. Здорово, по-моему, была попытка пробить прямой удар от подбородок, не получилось. Но попытка классная. Видели вы когда-нибудь такую двойку фронт-кик? Я нет. На фоне усталости могут, кстати, заходить самые удивительные комбинации, вот, потому что есть для них должные паузы. По спинам наших коллег американских англоязычных депутатов прокатилась камера.
Отлично. Со сменой стойки. Заблокированная, да, попытка перевода. И там еще, кстати, очень опасно снизу пробивал Гонсалес. Гонсалес как-то более заряжен, мне кажется, лучше, как это на этот третий. Но он проигрывает. Есть такое ощущение, да. И теперь не смог заблокировать. Однако взял голову. За души здесь, наверное, не та позиция. Таким вот, казалось бы, простым способом он уже дважды взял и заблокировал. Причем два подряд. И точно в челюсть. Акцента не хватило немного. Сейчас прибрал спину, пытается перевести. Сильверио получается. Очень легко все-таки падает. И самая его коронная техника. Техника переводов и защиты. Ну а Сильверио красавец. В общем-то, достаточно для победы, пока мне кажется, занял хорошую позицию. Сейчас, соответственно, пробует ее улучшить. Удачно. Хотел съесть на живот, соответственно. Гонсалеса. Так, что здесь интересно, Сильверио придумает какую бяку, но пока... Пока просто активная попытка что-то придумать. Да. Наверное, не стоит сейчас требовать слишком многого. Усталость, третий раунд, довольно плотного поединка. Это все сказано. Так, смотрите, интересно, подбирается Ширек к треугольным руками. Неужели сможет обойти? Смотрите, а есть вероятность, что действительно сейчас получится сделать треугольными руками. Непонятно, хотя не прямо перед нами, насколько там зажата шея. Вообще положение вот так сверху, это довольно сложное положение для треугольника руками. Обычно люди перемещаются еще дальше. Но даже если перемещаться дальше, все зависит от того, насколько хорошо он сейчас здесь забрал захват. Мне не кажется, что он достаточно плотный. Нет, там все хорошо. Зажал плечо. Относительно хорошо. Ну и Гонсалес очень упорный. Да, вышел голову в спину при этом. И вот здесь есть оперативный простой. Это правда. Борьба продолжается. Лагард. Конечно, так просто не возьмешь Гонсалеса. Человек с таким. Однако для победы Гонсалесу сейчас нужно сделать что-то феерическое. Да. Нужно проводить прием, заставлять сдаться. Да, например, пробовать ту самую гильотину, которую он несколько раз так успешно использовал, как контрприем и подходы. Но пока что никаких попыток спастись в этом бою мы не видим. Устал. Сильверио, в общем-то, сделал достаточно победы. 30 секунд. Рисковать, чем рисковать? Зачем? Вот он, ну все. Собственно, лежи, контролируй, чуть-чуть обрабатывай руками. Нет, видите, даже пытается еще улучшить позицию. Вот эта расслабленность, которую он вышел, ну и общая, наверное, все-таки более разнообразность, что сказать. Не сказывается. Есть, кстати, довольно сильно пару раз он сейчас попал. Вот, поблагодарили друг друга бойцы. Вот, есть ощущение, что Гонсалес не чувствует себя победителем. Оно вполне оправдано. Но так или иначе, они отдали друг другу должное. И сейчас будут дождаться здесь по записям. Мне не кажется, что здесь будут какие-то сюрпризы. Нет, а как они могут быть здесь? Гонсалес весь второй раунд пролежал под оппонентом. Практически весь третий раунд пролежал. Ну, вы знаете, я и на боксе занимаюсь чуть больше 20 лет, и я при этом все равно понимаю, что довольно часто я не соглашаюсь с низкими записками. И я, возможно, это делаю не потому, что я хуже их понимаю ситуацию. Просто критерии судейства всегда немножко разные. Где-то больше оценивается агрессивная работа, где-то концовки, где-то еще что-то. Есть нюансы, которые мне постоянно
я все-таки оставлю все на студии. Ladies and gentlemen, after completing the scheduled three rounds, our judges at cage side are all in agreement. For your winner by unanimous decision,